Одна из тем послания президента Федеральному собранию – реализация так называемой мусорной реформы. Как обозначил лидер страны, если все сводится к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Во время выступления Владимир Путин подчеркнул, что должны быть реальные изменения. Необходимо, цитата, «избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придется». Бизнес-омбудсмен Тверской области Антон Стамплевский, присутствовавший на церемонии, отметил, что региональные предприниматели готовы к плодотворной работе. Первый шаг сделан. Выбрали общественного правозащитника в сфере экологии и обращения с отходами. Да, здесь проблемы инфраструктурного характера. Нужно решать задачи в регионах по устранению взаимодействия между теми, кто занимается утилизацией, транспортировкой и сбором. На этапах всей цепочки, да, от накопления до утилизации. Это именно внедрение современных технологий.